Поток иностранных туристов в Российскую Федерацию заметно снизился после вмешательства Кремля во внутренний конфликт в Украине и аннексии Крымского полуострова. В рекламном ролике Ростуризма Россия показывается как величественная и удивительная страна, которая принимает до нескольких миллионов туристов ежегодно. Помимо Красной площади и собора Василия Блаженного в Москве, туристы посещают озеро Байкал в Сибири или гору Эльбрус на Кавказе, высота которой составляет 5642 метра над уровнем моря. Некоторые отправляют в путешествие по Транссибирской магистрали, самой длинной железнодорожной линии в мире. Между тем, туроператоры Европы и США вынуждены отменили от 10 до 15% своих заказов на туры в Россию. Согласно Российскому союзу туриндустрии, туристы принципиально отказываются от поездок в Россию в связи с ситуацией в Украине, а также из соображений безопасности. На долю туризма приходится 6% от общего ВВП России. Между тем, туризм составляет основу экономики Крымского полуострова, привлекающего путешественников своими замками, пляжами и множеством курортов. При этом, согласно официальным данным, около 70% из 6 миллионов туристов, посетивших Крым в 2012 году, приехали из Украины. Однако после аннексии полуострова России в марте в крымских отелях забронировано в 6 раз меньше номеров, чем в прошлом году. Несмотря на оптимистичные прогнозы российских экспертов о перспективах развития туризма в Крыму, местные жители настроены скептически. Только за последний месяц цены на полуострове выросли на 40%. Новый курортный сезон в Крыму грозит оказаться разочарованием для тех, кто поддержал присоединение полуострова к России на мартовском референдуме.